всем здорово там, кому от кому отписывалось друзей, потому что группа поддержки. Да, все окей. Да, все отлично. Отлично. Так, ну вы там уже все сказали, да, там кто с кем будет играть, да я тут проебал 4 минуты первые. Ну ладно. Егор, если ты можешь написать в чат, напиши в чат. Да, ну вроде. Что все ок, сейчас погоним. Я могу. Сейчас. Майк Лав не хочет второй, кстати. А вот теперь хочет. Может, там главный сидит. А вы готовьтесь пока насчет. Там у меня застав, я скажу. Ты у меня так, тоже. Я писал, что давайте готовы. На счет 3 на титульном. Так, подожди, я. Да. Так, Жень готов? Готов. Миша готов? Готов. Ну все, давайте. Раз, два, три, погнали! Птица, лети, спускайся вниз, погнали. Сейчас еще. Сейчас главное уже сначала можно заступить конкретно. В варп не заскочить, да? Да, да, да. Да, блин, что ж у меня с руками и сердце просто выливается, что ли. Мандраж. Это норм. Ага. Так, я смотрю, вы оба играете на FC Ultra. Да, на FC Ultra последний. У вас палитра одинаковая. Такая прям вырвиглазная, честно говоря, после нестопи. Желтая, я бы сказал. Да. Я уже говорил, я на стопе не могу играть вообще, потому что она у меня... Да. Начинается. Ладно. Иди сюда. Ну, главное играть. Говорить будем мы, если что. Ага. Чтобы мы... Надо вас не отвлекать, главное. Так, ну что ж, пока вы идете равненько. Ну, чуть-чуть же не вперед вырвался из-за того, что Миша там протупил крыса чуть-чуть. Это, ну, это все фигня. Как всегда, все решится... Где-нибудь ближе к концу игры. Я думаю, на 8-м или на 9-м. Угу. А может и на 5-м, если меня минки подведут. Но это будешь через минки идти. Да. Ну, тогда все может. Тогда будет довольно-таки интересно посмотреть. Да. Я буду через 4-й играть. Очень-очень интересно. Как меня задал бы кто-то подписание FPS в включенном стриме с спичной винды. На мотоциклах это заметно. А, чисто формально. Ну да. В семерке там этот. Директ 10. Он что-то вроде как при захвате дает какое-то ускорение и. В общем, да, спишь стримить, нет, я разберусь все-таки. Ну ладно, все очень подсветно. Больше так. Здесь нет быстрых моментов где-то. Оба ТКП на третьем участке. У вас даже очков примерно одинаково. Ну логично, потому что... Чё бы им отличаться? Ну, да. В принципе, да. Согласен. На пару пинков там... крысе этой. Так, вот сейчас скоро будут всеми любимые прыжки по островкам. Да, блин, да, что я сделал? Какого хрена третий прыжок? Не, ну я их потренировал, и раньше прибил в том, что по кнопке, но я... Вообще не здесь сливать. Да, у Михаила сейчас было что-то страшное сделано. Ну вот, собственно, Женя... Отрывается уже на небольшое расстояние. Долбанный лаги. Сейчас пройду этот уровень. Позор. Фу. Ничего, я вчера всё. Тоже на этом же уровне, ну как сказать, на мотоциклах там запоролся. Правда, в самом конце. 6-7. Все, погнали на 5-й. Ну, так. Да, мины, конечно, там могут затроллить еще так. Что ж, Женя на 4-й. Меня может затроллить даже Биг Блэк, если, значит, там как палочка упадет. Угу. Михаил на самом деле. Я тут специально медленно двигаюсь так, когда прохожу, чтобы она недалеко от меня упала. Ну там, кстати, да, это... Может, так лучше. Сейчас ого. Надо жизнью набрать. Как Женя сейчас круто дверь-то сломал. Да, я сегодня это уже подмечал. Два пинка башкой. Нет. Пинок башкой. Он сначала один раз
короче, этот льдина ударилась от двери, потом что-нибудь подбежал в упор и прямо пнул ее в дверь. Так, ну Михаил, пока все стандартно. Ничего такого особенного. Так, попробуем выбить. Да ёлки-палки. Знаете, второй раз. А во второго раза тебе пинку головой не буду. Так. Блэк. Так, ну палку-то хорошо. Слушай, что-то он меня... Ага, что-то меня... Это, по-моему, образное чудо меня убивает, как ни странно. Да. Пузо свое жирное. Все. На... Синдром стрима, говорите? Да. Так, мы посмотрим, что там у нас в чатике. Не, Жень, ты чё? Вон Макаймуру проходил на... за 200 баксов. Там же никакого синдрома стримера ещё не может идти. Угу. Правда, там так. Это не на скорость. Так, ну и вот, собственно, Женя вырвался вперед в плане того, что скачил в варп. А-а-а. На четвертом уровне попал на змей. А, ну это да, это. Да, у Михаила сейчас мины. И, собственно. Последний участок. О чем говорил Колян, что все-таки если заскакивать в варп на четвертом уровне, то игру можно пройти быстрее. Так это я, в общем-то. Затупил на этом самом. Ну маленькая тут секунд. Тут, короче, вот примерно на одну эту локацию вот, со змеями, вот эту первую. О, я уже на змейках пошел. Так, ну а Женя уже и на элеваторе. Элеватор же, да, это называется. Тут уровень. Смотрим, как он его отточил. Вообще непонятно, как он называется по-русски, Includer Excluder. Ха. Вперед. Короче, подъем. Угу. На лутке написано, что некоторые его на холодильник называли. Ого, ого, Жень, как за жизнь-то запрыгнул эпично. Красава. Не знаю, где тот человек, который называл его холодильником. Я тоже не знаю. Я его не называю, мне все равно как он называется. Пусть будет лифт. Я всю жизнь любил слово элеватор, поэтому я соглашусь с элеватором. Это немного другой девайс, скажем так. Ну да. Блин! До свидания, палочка. Ай-яй-яй-яй, да. Плохо. Вот. А тут она дальше и особо не нужна, разве что. Вот я бы не сказал. Да. Так как бы гораздо удобнее. Я не знаю, я лично привык просто так не убивать их, ходить. Особо не парюсь. А чё прыжун это? Вот, кстати, в сеговской версии их нельзя разбивать. Да, их нельзя. Не знаю, зачем они это пофиксили. Они еще крысу пофиксили. Ну это да. Иногда мне... Да что ж такое? Так, ну что, Женя на робоманусе. Молодчина вообще. О. Прошел без смертей. Пока что идет без смертей. Михаила продолжает троллить. Угу. Женя очень аккуратно играет и при этом быстро. Троллота. Жонглирует робоманусом. Понемножку. Так, ну Михаил тоже уже почти на самом верху. Осталось тут где-то 1/3 уровня. Не сказал бы. Почти да, на самом верху, 1/3 уровня. Ну, вы поняли. Все-таки две потерянные жизни дают о себе знать. Смотрите, прикол на начале. Ну да, не нужно мне на вентиляторах, конечно. А, ты решил проскочить и получилось? Нет. Не, ну он просто я запрыгнул. Я решил вперед проскочить. Там.
точнее, как там. Так. Ну, мы все. Здорово, робот сейчас он меня будет выносить. А. Так, правая нога. Да. It was so epic. Э! Я что-то... Я, кажется, знаю, кто победит здесь сегодня. Промахнулся головой. Голова. Главное, Рубанов сейчас пройди. О, блин. Не, я ему капитально не собираюсь сливать. А, ну сейчас вообще пару пинков ему. Я сказал пару пинков. А, ну один, ну ладно. Да, что-то я... Вообще. Надо было... тренировочную запись пустить и все. Че? Да. Ага. Там вообще было все... И был бы дисквалифицирован. Да-да-да. Честно говоря, я бы на свой вот на вчерашний матч тоже бы спустил бы лучше бы какую-нибудь свою тренировочную запись, где я с четырьмя смертями всего прошел, чем позориться с двумя контами, блин, еще с варпами пройти. Тас Фейлс отключил. Да-да-да. Смотрите, как я играю. Не, Тас Фейлс это слишком палевно. В этом-то есть прикол. Блин, Жень идет без смертей, просто идеально. Я поражаюсь. Даже на Робоманах не было смертей. Не было. Еще я не удивлен. Я вот очень... Я удивлен. Я... Я тренировался, так скажем, довольно-таки много. Это видно, да. Как ты у себя выпрыгнул еще так с первого раза, блин. Не, ну я обычно тоже с первого раза, в принципе, выпрыгиваю, но все равно. Весь уровень, считай, почти идеально. Ты дрочен. Считаю, вот этот момент проходишь, все, больше там дальше ничего сложного нет, считаю, трубы пройдены. Естественно, если знать, как убить ту акулу. Да, я жизни не собирал, мне уже столько не понадобится до конца. Я же просто по привычке всегда их собираю. Так, ну что ж, оставание на одну третью. Я сейчас рискую, что играю с двумя кубиками. Возможно, мне надо было сдохнуть в начале уровня специально. Потерять 3 секунды и... Ну да. Если мне сейчас... Фу. Холодильник. Фу, блин. Холодильник. Ну, Женек сейчас тут вообще в таких миллиметрах, когда рыбы проплыл сейчас. Да-да-да. Надо. Она уплыла. А, не, все, она назад уплыла, все отлично. А, Жень не бьет. Акула, она ее так проплывает. Ну ты вообще просто хардкорщик. В натуре. Еще. Ну ты вообще красава. Ну ты, блин. Я не знаю, как тебя назвать. Каким хорошим словом. Хорошим? Ретрейс. Да. Молодчик просто вообще так, без смертей даже. Сейчас еще крысу выпинет и... Конечно. Да, я не можно... Если он еще сейчас и крысу выпнет, блин, это пока что... Так. Я ее умею. А у Михаила тут любимое место Кустера, да. Да. Не, ну пока там еще... есть такая техника вроде. А, ну у меня просто сейчас я чувствую заново этот уровень будет. А, не будет пока что. Вот теперь. Так, смотрим, так, смотрим за Женей, смотрим за Женей. Что же Женя исполнит? Мало. Фига, у меня жизнь пропала. Вот так и знал, что это так случится. Да. Это игра. Как так? Да, вот так. Взяла и пропала. Она там. Она любит это делать, у меня это было не один раз. Я об этом даже не знал. Женя! Давай, но это. Как тебя назвать вообще? No Death Run, я так скажу, что... Ты что, демку включил? Нет, конечно. Я в конце могу попрыгать, как убью королеву, скажешь мне там. Да не, реквестик. Я шучу же. Как это? Это вообще возможно? Нормально. Давай No Death Run, Женёк. Давай, да.
Ну это хотя бы до королевы на ЛДС. Это ж никто не делал. Да, до королевы хотя бы и все. Не-не-не, полный на ЛДС. Не, ну просто там на королеве рандом в этом если плане. Если я сейчас убью шары смерти, то тогда революция хорошо покажет. Тем временем Михаил молоток. Просто молочек. Так я сейчас крысу вряд ли убью. Мне сейчас главное убить шар бессмертия. Да, Михаил тут с одной жизнью, получается, прошел тоже да. Бессмертие. Хотя и... не, здесь можно тактически умереть. Я бы лично сдох. А вот сейчас посмотрим, убью. Тогда не убью. Попробуем еще раз. Так. Здесь надо как-то ну, вот сейчас, так. Сейчас очень много решается, убью ли я шар без смерти. У меня сейчас борется с мировым рекордом по прохождению жаб без смертей. Ай, черт! Ладно, умираем. Ну, почти. У меня второй раз не заработал. О, попробуем еще разок. Да. Будет прикольно, если кто-нибудь из наших участников турнира поставит мировой рекорд быстрее, чем на СДА. Допустим, тот же Тим. Или Женя. Или Роман Дедков. Там, да там какие-то жесткие баги. Хуяги. А, Женек, Женя. Живи! Ого! В лету как поймал. Я его долго пробил, это шар. Ну красава, блин. Я могу сказать, примерно в такое же время, как сейчас было у Диджея, у него было 15 с чем-то минут, но потом он очень быстро проходит революцию. Да чертова крыса, почему у меня... Чем-то минут, я революцию так быстро не могу проходить, как я проходил. Бег не заработал, а? Ладно. Ай-я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 й. Вообще атас. Не, ну это, конечно... Да-да-да-да-да-да. Сейчас выпьем. Есть. И не успею. Да, в общем, я завалился, короче. Да ладно, ничего страшного, ты тоже отлично, в принципе, идешь. Я думаю, пойдем сидеть, вначале пошел что-то. Не, ну это рандом чистый, конечно. Ну просто Женек, это просто, это что-то. Как он выдрочил жабу, это вообще... Ну хотя, блин, это опять же с варпами, если так же без варпов, ну все равно. Блин, даже с варпами без смерти пройти, это уже просто такое достижение. Еще королева, блин. Еще королева, да. Еще пока никаких без смерти не надо раньше. Ну да, раньше времени. Не, ну без смертей, да, это само. Королева тоже могут. Это революция. Причем ее. Я ее могу очень быстро убить. Там, короче, есть. Тебе повезет. Ну, есть фишка, короче, с королевой, что если ее как-то. Все! Блин, это пипец. Это. Я протупил, я забыл. Я забыл, что тут будет насторог. Ну что ж, ну Death Run Battle тот отменяется, да. Что такое? Теперь мне, блин, сложно, ну, долговато придется. Все равно я тебя не догоню. Жека захавал хавающий блюдок. Я протупил, я забыл, что мне там находится. А зачем ты этого чувака убиваешь, кстати, красного? А блин. Ну, чтобы не сдохнуть этой херне. Я тоже постоянно его валю. Если не валю, то там как-то исполняю, короче, и обычно один раз из пяти дохну. Эй! Бычок, так. Ты чё меня пинаешь-то? Как ты его сейчас нормально? В принципе, можно пожонглировать нормально, но он бывает отбивается. Ну что, Женя потренироваться, и он может и без смертей пройти спокойно. Записать проф. Спидранин. Вот я сейчас столько времени трачу на битву этого зеленого беспала. Вообще. А сколько я времени это потратил на вносим крысы, это, конечно. Это просто, блин, пипец. Я очень много времени. Да. Так, я не знаю, второй раз ты дохнешь, что ли? Потому что. Или все-таки. Колесо же легкое. Ну, в общем-то, да. Оно несложное, и даже проходится на контроллере от бокса. Угу. Причем вот у меня тут... Оригинальный, да? Ну да.
На него мне жаловались куча человек, что на крест говняный. Ага, все жалуются. Правда, я не знаю насчет. Говорят, что от слимки черный лучше в этом плане. Наоборот. Да? Полностью не согласен. У меня вот старый, обычный, такими серыми такими штуками. Ну, короче, который, блять, как там, элитный. Ну, вот этот самый. То есть, он у меня, крестовина просто идеальная на нем. Я его обожаю. Короче, купил от слимки вот этой, как раз таки, черный джойстик. Там крестовина просто вверх вообще так туго нажимается. Иногда даже крестовину надо поправлять, чтобы вверх нажать. Ну, я хрен знает, может быть, одинаковые просто джойстики, это самое, но как бы разные по качеству сделаны по-разному, может, я хрен знает. Вообще, Microsoft, я так понял, этого джойстика, это вообще не знаю, как подошли, как хреново. Не могут постоянно качество у него хорошее поддержать, его крестовины хотя бы. Знаю насчет джойстика, насчет самой консоли, только к слимке нормально сделали, насколько. А, я так понял, Жень, уже... На третьем чекпоинте. Еще не прошел. Не-не. Да мне не догнать уже. Ну кто знает, вдруг Жень солез всю жизнь на королеве и все конты. Вдруг у Женька баксы. Если у меня что-то может случиться, то мне может интернет пропасть. Единственное, что может случиться. А, ну говоря, я читал на руки про баг, что иногда зверей уносило с башни. Но никогда такого самого сам не испытывал. Аналогично. Но у меня сегодня другой баг вышел. И он довольно часто мне попадался. Насчет исчезновения жизни на девятом. Так, уже как королева. Как он ее забавно мочит? Да, идеальная тактика. А как это так? Там есть такая... Как ты внутрь в него попадаешь? Вообще не понятно. Я пока... Блин, Женек, у тебя что? Ты всего одну жизнь пока просрал? Да. Мужик, мужик. Черт, я промахнулся. Падла. Стоять. У Михаила, собственно, башня. Так, есть. Попрыгать могу, пока есть время, в каком могу попрыгать. Если так. Влево. Давай, влево. Я влево могу. Да, влево могу. Все. Ладно. Ни у кого точно вопросов не будет. Одна жизнь всего, блин, Женёк, и такая тупая вообще. Эх, сейчас бы No Death Run, это же реально. Тупая жизнь, я просто забыл, что там желтый носорог, красный носорог. Все, поздравляю Женю с победой, еще с такой эпичной победой, просто пипец. Ну так, да. Так, ну давай, Михаил, не расстраивайся, проходи до конца. Да чё там? Да, тут осталось совсем чуть-чуть. И вот этот последний. Так, блин, здесь огурец, черт. Да не, как бы я к этому результату был готов изначально на распределении. Я честно скажу, хотел в первом туре попасть на Тима, но... А, ну да. Чтобы уже либо сразу его вынести, либо он меня вынесет и... Так, блин, мне что-то показалось, что там будет. Лучше бы, чтобы вы в финале столкнулись. Я думаю, что-то типа того и получится, если будет система же та же самая, как в прошлом турнире. По времени. Там может вырубать. Да, пока. Звук все равно у Михаила будет. Алло? Да. Женя. А, он пропал? Жень, ты тут? Да, по-моему, он пропал. Да. Forever alone. Настолько forever alone, что даже. Читал время. Блин, давай. Не на ручнике так делал. Блин, ну вообще. Да, я думаю, так как мировой рекорд, скорее всего, никто из нас так и не установит. А сколько он? Да он главное, что он 16, по-моему, уже стал еще с какими-то багами, главное. С багами? На четвертом уровне с багами точно там каким-то. Который PJ, да и на трубах. PJ говорил, что он... PJ пошел очень быстро. Он очень быстро проходит революцию. Посмотрел, где она, понять, у нее так проходит, что ну и нафиг. Короче, он прошел на марафоне за 20 минут, где-то 30 секунд, но он очень быстро проходит революцию. Причем по очень неаккуратной так. Я так не буду рисковать. А мне такая нормальная. Ну ладно. Я так как играю PJ, так рисковать не буду.
Вот это самое. А вот No Death Run было бы вообще, конечно, офигенно. Ну ничего, в следующий раз. Было бы, если вряд ли. Мне на тренировке ни разу на DS. Ну сейчас же, блин, почти. Сейчас может все это дело затянуться, потому что на последнем участке там перед этим самым последняя пружина, она довольно подлая. С нее очень легко свалиться. Давай аккуратно. А, ну торопиться уже некуда, но есть бывает заваливаюсь. Блин, вот звук Battle Toads, мне вот иногда такое кажется, он немного то ли порчен какой-то, ну, на музыке там, грубо говоря. Ну что-то в ультре? Именно так? Да нет. Это... А, ну вот сейчас это будет. Не, это-то нормально. Ла-ла-ла! Во-во-во-во-во-во. Вот сейчас интересно будет. Да. А, нет. Нормально. Так, блин. Эй. Так, ну что ж, последний участок. Ну да. Перед королевой. Давай, Миха. А сейчас все будет. Да. Это должно было случиться, наверное. Что ж, королева. Королева, королева. Сиськи справа, яйца слева. Да. Видимо, она обиделась. Ну да, да, да. Я знаю, просто тоже есть такая тактика. Когда закидываешь 4 удара, короче, ну 3 удара бьешь просто с разбегу, а 4-й удар даблджампом по ней, и а она как бы находится в самом верху и улетает просто наверх. Летает все время наверху и падает оттуда. Как бы, то есть, так ее можно без смертей тоже завалить. Это еще надо исполнить. Ну это надо исполнить, да, согласен. Даблджамп хер исполнит. Да, кстати. Тебе еще надо исполнить даблджамп. Ну я делал нормально, но правда не всегда получалось, но так что, в принципе, годное. Может не, быть. Ну твоя мне тактика... моя нравится. Да, твоя тактика лучше. У меня это... вообще, кроме как головой, не получается ее достать вообще. Она меня пинает. Бывает. Я ее слезал. О, сейчас кулаком. Окей. Не-не, тактика очень шикарная просто у тебя. Ну вот, собственно, кто там говорил, что королеву без смерти нельзя пройти? Ага. Я, наверное. Я не говорил. Не, кто-то точно в группе писал, причем не один человек. Все там, да-да-да, типа нельзя без королевы без смертей. Что-то такое, я помню, было. Нет, в принципе, можно. Даже я могу сказать. Вроде как у меня получалось иногда. О, господи, наконец-то. Ладно, надо красиво это хотя бы закончить. Михаил, есть. Да-да-да. Не, ну хорошо, хорошо не последнее, а то сейчас бы по новой. Ну да, это да. Кошмар. Ладно, что ж, Михаил, спасибо большое за участие. В принципе, тоже достойный был соперник, нормально прошел. Сколько тут получилось-то у нас? Полчаса, не меньше. 25 минут где-то. Да ладно, не может быть. Ну, где-то так, по-моему. По-моему, больше. Если же Женя прошел за 21 минуту, то ты прошел где-то, ну, из 30 точно. А, ну тогда у меня по-любому не было шансов, потому что у меня 24-45, по-моему, результат был. Где-то вот там. И то, да, и то, как бы... Я там пару раз лажанул. Так что, в принципе... Мой самый лучший результат 21-14. Ну, это, конечно, там мощь. Даже 21-12, что в этом роде. Я все равно, как бы я не играл, я не могу победить то, что сделал Пиджей на марафоне. Он на марафоне прошел так, что мне даже на тренировку не получается обогнать. Потому что тебе нужно оттачить эту самую революцию. Я не буду так оттачивать революцию. Ну вот, значит, не сможешь побить Пиджея. Ну, мне, в принципе, это, я думаю, я надеюсь, не понадобится. А, вот хрен узнала. Кстати, в темке...
короче, по турниру уже отписали, что завтра будет матч в 18:00. Кухар будет играть с Жуликом. Собственно, так что, народ, пропустите. Вот мне, короче, друг уже пишет, что... Заткнись, играй. Я сейчас чувствую, если эта конфа закончится, у меня перезвонит, скажет пару ласковых. Ну, я так скажу, у тебя действительно как бы не было шанса, а я очень хорошо готовился. Ну да. А так не скромно, Женёк. Нет, я так скажу, и мы со своим напарником, с которым мы проходили игру Battletoads на двоих, мы разбирали технические моменты, как бы постоянно обсуждали, ну где можно сэкономить время, где можно играть как бы опасно, где аккуратно, то есть мы полностью всю игру как бы разбирали по поводу. Ну да. Так, ну что ж, ладно, мы на этом тогда закончим. Так, ну короче, сейчас в 6 часов на нашем канале, если кому интересно, Ванёк будет проходить Розен Крау 6 лет. Фанатская игра, Мегамена подобная. Классная вообще-то. Так что все, кто хочет, может пойти посмотреть. Поглядим. Ну, а мы, собственно, на этом заканчиваем. В общем, всем там до новых встреч. Завтра будет Кулхард Жулик. Всех ждем, собственно. И снова в этом же месте.